Вот. Сегодня 20 июня. Держи-ка, я пойду домой поесть. Тут у меня дикари и такие. Найди такое место, откуда тебе удобнее будет, чтобы можно было снимать. Ну, ну-ка маленько. Дайте-ка я. Вот сюда, вон оттуда зайди. С той стороны. Сбоку, чтобы не наступить. Посмотри, сколько их тут. Аккуратненько снимай-то. И наблюдай, чтобы там цифры бежали. Вот, проходи вот сюда. Встань и не шевелись. Вот сюда, поближе. Поближе проходи. Подними кверху. Смотри, вот кормушки сколько. Ты напротив столба сел, чтобы все вошло у тебя. Вот это, все. Подними выше. Вот они, где кормушки будут. Я им сейчас насыплю на пол. Гули. Вот они мои гули хорошие. Да, хорошие гули. Вот они мои. Хорошие гули. Давай. Гули. Давай, Миша. Это я теперь сам сниму. Так, скройся в стороночку, тебя они не любят, то есть не знают, и не шевелись. Гули. Наблюдай за ними. Вот они у меня как. Это голубятня номер 2. Дикарей завел. 1, 2, 3, 4. Ну, голубей, дикарей где-то 8. И они вообще перестали болеть. Вот как. Вот насыпал им тут на доску. А там сидят на окне. Что-то смотрят. Там он наверху. Сколько их. Что-то сидят, не идут. Вот. А так. Гули мои гули, да хорошие гули. Да замечательные гули. Вот лестница мешает снять как надо. Вот она побежала. Голубка, бей. Давай, подходи. Гули. А это мешки висят. Видишь как? Это с пшеницей. Каждый мешок тут. Килограмм 30 с лишним. Два мешка на одной проволоке. Вот сколько их висит. И вот эти вот тюрюки называю. Мешок на два тюрюка, кажется. Нет, наоборот. Больше мешка. Полтора мешка тюрюк этот. Вот они где. Вот они, мои хорошие голуби. Дикари прижились тут. Искусственно поймал сеткой. И сюда завез. Гули. Давай, воды налил. Хорошие гули. Вот они торопятся. Не досмотрел. Надо было вчера еще вечером подать им есть. А сегодня уже 5 часов вечера, я все крутился. Вот они как. И даже не дерутся. Ох, и прожорливая птица. Тут у меня полтонны зерна. Примерно Игорь дает. Ну, зерно, отходы имеется в виду. И там у меня сколько. Ой, пошел он за ней ухаживать. Горб. Вон он где. Не видно, не знаю. Гули. Сколько их тут, не знаю, даже не считал. Около 30. Вот они. На голове шиньончики. Летят, переворачиваются. Такие пируэты делают. Вот это. Вот теперь еще друг друга прогоняют. Дерутся. Немирные. Живут как голуби. Это выражение еще раз толковать надо.
Вот она как. И там полно. Вон куда улетели. Сколько вверху не сосчитать еще. Не видать тут. Даже совсем не видать. Вот, ходит. Видишь как. Мне всегда хотелось иметь крышу деревянную, чтобы я в детстве видел, как они на крыше там, Паша, Кинев, Корчиной, они сидели. И вот так, чтобы у меня. Они не могут на шифере сидеть-то. Вот эта любовь с детства, с 5-летнего возраста. Это мне, ну, 72 года я с ними вожусь уже. Вот они где. Вот он залез, сейчас начнет их выгонять. Вот какой. Это, видимо, где-то помесь пошла. Она белая, а он черный. И вот такой вот вышел. Все перемешаны. Но все-таки белых больше в два раза. Видите, это пользы-то никакой нет от голубей. Ну какая польза? Отдохновение. Интересно. Это они от меня в двух шагах. Вот он, видишь, как он его гоняет? Это черный, более сильный. И он шевелится. Они не дают дремать. Так что все в свое время будет названо хорошим. Ну какой он этот сизарь тугой. Пошел. Сизариха, третий, четвертый. Сразу 4 сизаря. Тут еще 3, 7. И он видно, на ногах у них красные тряпочки пришил. Вон она блестит. Смотрю, как будут разводиться. Молоднику на левую ногу нашиваю, а старым на правую. Видите, как висит. Это вот кормушка, а там тазик. Кормушка с краями. И висит на проволоке, привязанная за балки. Но проволоку они не видят, чтобы не стукнулись о проволоку. Проволоки привязал палочки. Вот так. Куда не залетает большое, то он пошли попить. Ну, сцепились драться в тазике. Поели, теперь будут выявлять, кто старше. Ой, кипит. Видите как? Тут воробьи летают. Вот они из тазика вышибить надо. Кто кого. Белый вроде сильный голубь, но обычно черный одолевает. Ну, как правило, это. Видишь, вырвал даже клок белый. Это не по совести. Видишь, какой. Их тут приучил, чтобы не улетали. Они даже облет делают, черныши этих зову их. И отдельно. А с белыми не летают. Эти так кувыркаются. А там он что-то в гнезде, война идет. А, это маленький, просит поесть. Детеныш. Детеныш. Он в гнезде. Если упадет, то неизвестно еще, накормят его или нет. Вот, это с красной обножкой. Видно, сизарек. Вот он. Вот тот сильный, сизый. Сильный, очень сильный. Он гоняет буквально всех. Ну какой, блестит аж. Ну вот этот белый победил все-таки. В тазике никого нету, один остался. Ну этот сизый, если прилетит, он его вышибет оттуда. Ну и какой.
Вот тут еще между собой теперь. Вот болели болезни вертлячки. Ничего не мог сделать. Запустил сизарей, перестали болеть. Никак не ожидал такого результата. Просто блестящий результат. Сизарей в 3 раза меньше. Дикарей, как бы. Приходится кормить их. Они тоже хорошие. Сизарь залетел. Кто кого? Сизарей вышибли, они сбоку едят. А белый король. Вот тоже дерутся. Непрерывно выявляют отношения, а те пьют. Того не сизаря наверху, он бы победил всех. Вот он внизу ходит. Вот он. Какой толстый. Да их 2 таких. 2. Второй вон на тазике сидит с водой. Все, они все съели и отошли, наелись. Успокоились. А то ни один не слетает, когда так. А тут он отрыгает ему пищу. Видно, что трясется, отрыгает. Молоденький. Его не видно, но раз трясет крыльями, это отрыжку дает птичье молоко. Ничего особенного, кажется, и нету. Ну, гули мои хорошие, гули. Вот Виталий тут у меня стоит, учится. Вот. А что тут ничего не увидишь? Ой, маленько видать так, на солнце потому что. Вон они, там гнездо у него, у сизаря. Ой, только я пройду туда, подождите, не бойтесь, не бойтесь, я потихоньку, потихоньку. Вон он где пошел. Ящик. О, гнездо, ящик. У него там гнездо он взял себе, гнездо это и ящички прибил. Вот они где. Ну все. Слава Богу, увидел. Все живые. Я их закрыл, там задвижка. Все, однако,
Слава тебе, Господи, все живые, ни один не болеет, а то прям беда. Сообщает мне, там было сколько, 50 голубей, осталось 5. Все погибли. У меня 5 пород разных было. Залез скалонок или хорек, теперь не узнаешь, и подушил всех за одну ночь, порезал паразит.